Лицо, да, взяла. В общем, это обычный мангал. Всем привет! Привет! Сегодня мы решили погулять и что-нибудь покушать. Да. Короче, мы сегодня будем пробовать уличную еду. Ни разу не пробовали вот это блюдо. Я не знаю, как оно называется. Наши его очень прорекламировали. Они сказали, да, что это очень вкусно, правда, жирновато. Да. Ну, мы один возьмем на всех, кусочку буквально попробуем. Один? Да? Ну, я думаю, да, потому что очень много всякой еды. Мы лучше возьмем по чуть-чуть и всего и попробуем. Ну, ладно, ладно. Так, в общем, это блин, обжаренный блин с добавлением вот это что-то типа как кальмар какой-то. Это колбаса. Типа как колбаса какая-то, да? Это что такое? Это курица. Это курица. Ну вот то, что мы понимаем, то, что мы знаем, мы будем указывать пальцем. Вообще здесь есть прайс. Вот он прайс. Ну мы один на всех возьмем. То есть здесь, допустим, выбираешь вот сама лепешка и к нему добавление, допустим, один юань там чего-то. Мы это ничего не понимаем, поэтому будем методом тыка объясняться. Папа работает, да, два школьника видела, помогает. Это уже middle school уже, да, учится, скорее всего. Да. Да. Ага. Иго. А можно еще лист салата, да? Достает лепешку, там заготовка у них получается, да? Она, когда она замороженная, он ее сейчас обжарит. Мы ее жарим просто на сковороде. Да. Ну и можно еще лист салата, да? Обязательно, обязательно. Ну вот эта курица, она уже, я так понимаю, она готовая. То есть он ее просто подогревает, а лепешечка. Поближе еще раз ее. Да, она, скорее всего, готова. Ее буквально вот надо чуть-чуть ее разогреть, мне кажется. Все, это грудинка. Вот. Блюдо действительно такое жирноватое, потому что все жарится. Вот. Блин обжаривается на масле, все подогревается на масле. А он огурец достал, сейчас он его потрет. Такая лавочка, да, незамысловатая, да? Да. Потом пожарил, сел на велосипед. Протер сиденье. Протер, да, сиденье от брызгов этих, от жирных брызг этих. И домой поехал. Лицо, да, обжарил? Ну да, и тут с одной стороны обжарил. И положил на него лепешку. А вот вторая лепешка все-таки наша. Нет, это вон парень ждет. Мне кажется, это вообще безумно вкусно. Там еще зелень, сейчас еще салат положат, вообще вкусно будет. Это типа шаурмы, я так предполагаю. О, маленько сейчас ее отдаст. Ну топ, конечно. 要怎么这样啊？这个，番茄。OK。还有这个沙拉，两个。两个。我爱用番茄，这个。因为我喜欢。这里很烫哦，这里有火，这里很烫。我 старались только наши. Да как же наши, вон же дядя. Дядя вот стоит покупатель.
готово. Давай, сколько? 9 юаней. Давай, Катя снимает пробу. Давай, Катя. Осторожно, горячая. Аккуратно кусай. Давайте все кусайте и рассказывайте вообще, на что похоже. Вкусно? А? Вкусно, нет? Да, вкусно. Слушай, ну это можно дома готовить, не так жирно. Просто брать вкусно. Вот этот блин, да, который мы жарим. Шаурма, ё-моё. Приправа мне нравится. Не такой, знаешь, похоже, правда, на шаурму. Девчатам понравилось. Ой, ну она жирная, конечно, эта штуковина. Я прям чувствую, как это. Я бумагу не хочу есть. Короче, это вкусно. Теперь мы едем дальше. Попробуем еще кое-что. Короче, мы сегодня пробуем уличную еду. Вперед! Что мы не кушали, мы сегодня все попробуем. Отлично. Буквально отъехали мы 15 метров, и мы приехали. Кать, говори, что здесь? Короче, я предлагаю попробовать кальмар. Вот мы вчера ели вот эту курочку. Там идет курочка и сок. Комплект стоит 10 юаней. Ты предлагаешь вот за 15 юаней кальмар, да, взять? Да, сколько. Давай, окей, берем. Ой, а вот, сыга. Ага, Иго. Он у нее заготовленный, уже в панировке. Сейчас это все масло обжарит. А прикинь, камера туда бульт. Как ла? А они же будут тоже. Не надо ла. А, була. Була, да. Так, мы попросили не остро, потому что... Да, окей. Потому что дети с нами будут кушать, да, девчонки? Катя сначала остро попросила, зачем? Мне не понравилось не остро. Ну да, с девчонками, ладно, но... я что-то не сообразила. Мне кажется, очень вкусно. Ну, остренько это было бы поинтереснее. Однозначно, да? Ну, для нас, да, для детей нет. Я вот это буду. Нашку? Обязательно будешь. Только сперва будет мама пробовать, чтобы было не остро. Не остро, я сказала, не остро. Это жирно? Это жирно, но вкусно. Надо остро как-нибудь попробовать. Мы не остро взяли, потому что с нами девчата. Давай, пробуй. Вот такая вот штуковина в кляре. Вау! Ну, вкусно. Гуль. Сестренки.
Оля. Да вытирает, ну что ты шарохаешься, вытирает. Все, и себе. Мы решили закончить чем-нибудь сладеньким. Прям совсем. Вот, в общем, вот такую штучку мы уже пробовали. Это сладкая вафля. Она цега. Дошатен. Сколько это, покажи. Это 6 стоит. Я люблю мою вафельку. Чё? Левка. Вафельку. Вау! Вкусно? Угу. Вкусно? Угу. Вкусно? Угу. Помимо кусочек. Это мама. Пробуем вафлю. Ванилина очень мало в ней. Нет. И вот, пожалуйста, да? Чего-то не хватает. Вкусно? Мне нравится. Такое не сильно сладкое тесто, не жирное. Мне нравится. И такое прям чуть-чуть сладенькое совсем. И ванилина, знаешь, так, ненавязчиво, так, потихонечку. Прикольно. Что молчите? Просто все, палец вверх и все. Да, вкусно. А? Да. Вкусно. Да. Сколько стоит? 6 юаней всего. Так, итого сколько мы потратили? Блинчик за 9 юаней. Да. За 15 юаней мы купили кальмар с соком. 6 юаней это. Получается 30 юаней всего потратили. Съели много-много вкусняшек. Мы вкусняшек съели, мы ловлю. А что? А сейчас мы вкусняшек съели. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх. Много. Много. Много-много лайков. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока. Лянга. Цыга лянга. Это, в общем, шея, это крыло. Цыга була. Цыга иденла. Ага, что это? Потому что она все равно острая, она маринуется, курица у нее в остром соусе, поэтому она все равно чуть-чуть остренькая. А это, кажется, вот острый перец она добавляет. В общем, это обычный мангал, жарит курицу вот так вот. Все автоматизировано, вот на аккумуляторе, наверное, скорее всего, работает. Крутит ее, ей ничего делать не надо. Все крутится, она чуть-чуть подмазывает. Слушай, от перца аж голос пропал. Все. Курица стоит так. Это сколько стоит? 5 юаней, да? Шея 2 юаня. Так, шея 2 юаня. Говори, сколько стоит. Крылья и голени 5 юаней. Курица. А целая курочка то ли 10, то ли 12 юаней. 12, кажется, юаней. Цыга душа вот нет. Шар. 12. Шар, 12. За все 14 юаней вышло. Все, спасибо. Сесе. Сесе. Говорит, красивые девчата. Мы у нее постоянно берем, она нам очень нравится. Вот. Вкусная у нее. Ну все, бай-бай. Пока.